Представим себе на минуту, что я вроде бы и худой, но и одновременно с лишним весом. В первую очередь, я исключу любой хронический стресс. Недосыпы, чересчур большой дефицит калорий, недостаток воды. Введу в практику медитации и нужные добавки, наподобие адаптогенов, для поддержки нервной системы. Параллельно с этим, я минимизирую кардио и начну выполнять силовые тренировки для стимуляции положительных гормонов и уплотнения мышц. Добавлю контрастные души и похожие процедуры, чтобы повысить стрессоустойчивость и улучшить гормональный фон. И последнее, распределю соотношение БЖУ в сторону белков и жиров для рекомпозиции тела, а также сведу к минимуму любой фастфуд и простые сахара в своем рационе.